Так-так-так, почему без очереди? Сегодня привезла уникальнейшее блюдо оливье новогоднее. Ингредиенты: чешуя жабья, кощеево яйцо, форель красная, морковка свежевыжатая. Немножко добавила здесь 200 грамм добра и мелко-мелко-мелко нарезала чудеса, чтобы они обязательно сбывались. Меня смущают яйца кощея. А ты отведай. Я предлагаю вот снеговичку. Давай-давай, отведай. Ну чё? А ну дай. Дай пульс проверю. Ты молодец. Оболочек ты молодец, да. Ты посмотри, в какой тарелке-то она это все подает. Значит, скажи мне, пожалуйста, бабушка, а да. Ты хочешь официально заявить о своем участии? Я хочу сделать революцию. Хочу показать, что Баба Яга понимает благородные пищи. Новый год, Новый год! Во дворце или в избушке? Новый год, Новый год! Ёлки, шарики, хлопушки! Новый год, Новый год! В ярких огоньках и красках праздник в дом пусть войдет, станет новогодней сказкой. Большое спасибо Галамаху, это является нашим дружественным партнером, потому что мы уже не один проект с ними делаем, чего стоит и фестиваль «Дашер», который мы проводили в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Галамах с нами всегда. Ой, лечу, ой, бегу! Ребята, привет! Дайте нам приз в студию. Праздник в дом пусть войдет. С Новым годом! Ура! С Новым годом, с новым счастьем.